Касым-Жомарт Токаев поставил большие задачи перед новым акимом Мангыстауской области. В приоритете улучшение инвестиционного климата, создание новых производств, развитие транспортно-логистического и туристического потенциала, обеспечение жителей качественной питьевой водой и решение других проблем. Об этом сообщил руководитель администрации президента Айбек Дадибай на собрании депутатов маслихатов всех уровней в Актау, который посетил по поручению главы государства. На нем он зачитал письмо президента о внесении кандидатур Нурдаулета Килыбая и Улугбека Тналиева на должность акима Мангыстауской области. По результатам открытого голосования 96 депутатов поддержали кандидатуру Нурдаулета Килыбая, 17 депутатов Улугбека Тналиева. По итогам голосования глава государства подписал указ о назначении акимом Нурдаулета Килыбая.